Крабовидная туманность – одна из самых изученных объектов на небе. Впервые ее наблюдали еще в 1054 году в Китае, а сейчас она стала одной из самых любимых целей для астрономов-любителей и профессионалов. Эта версия крабовидной туманности сочетает в себе данные от трех разных телескопов. Рентгеновские данные Чандры светло-синим показывают сверхплотную нейтронную звезду, которая представляет собой ядро взорвавшейся когда-то звезды, выстреливающее бури высокоэнергетических частиц в поле из расширяющегося газа. Эти сверхэнергетические потоки ударяются в холодный газ и пыль, видимые в оптических лучах, на снимках Хаббла и в инфракрасных лучах, на снимках Спицера. Крабовидная туманность содержит невероятно интересную науку и предоставляет один из наилучших астрономических снимков всех времен.